Сказка о добре, дружбе и, самое главное, о счастье. В областном театре драмы и комедии феерическая премьера спектакля «За таинственным очагом». Ее поставили по мотивам произведения Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Идея у режиссера Олеси Манько родилась еще во время первой волны коронавируса. Мы не можем сидеть без дела. Мы, педагоги, очень целеустремленные, профессиональные, энтузиасты. Вот поэтому мы собрались и решили, что без дела сидеть очень скучно, и надо как-то идти вперед. Вот, заинтересовать и детей для набора в школу, и родителей, и администрацию города. Поэтому мы решили создать такой совместный проект в тандеме, синтез, сказку, музыкальную детскую сказку, в которую войдут и музыка, и танцы, и драматургия, и различные клоунада. История спектакля начинается в сказочном городке Тарабань. Жизнь горожан изо дня в день идет своим чередом. И вот ранним солнечным утром с танцами и песнями врывается музыкальный театр. С этого момента жизнь города переворачивается с ног на голову. Мы будем выгонять кота и лису. Потом кто-то еще будет каравасу и барабасу и дуримару подносить еду. И еще надо танцевать. Это нелегкий труд. Олеся Олеговна и Наталья Юрьевна потратили много нервов. Всех героев сказки объединяет одна цель – найти волшебную дверь за таинственным очагом, где все обретут счастье. Для зрителей захватывающие погони, интриги, песни, танцы и живая музыка. Актерский состав – 60 человек плюс хор, а это еще 37 детей. В роли владельца кукольного театра «Карабаса-Барабаса» Игорь Бурак. Актер признается, сыграть этого персонажа – его давняя мечта. Это интересный проект. Здесь живой оркестр. Вживую поют дети целый хор. Плюс еще артисты, мало что артисты театра исполняют, такие возрастные роли, то все остальные роли исполняют дети. Этот спектакль – совместный проект учащихся театрального и хорового отделений Школы искусств имени Тикотского и актеров областного театра драмы и комедии. Повторно он порадует зрителей 24 декабря. Показ состоится в 18:00. Стоимость билета – 6 рублей. Мария Бересневич, Людмила Любимцева, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.